Привет, дорогой друг! Ты попал на канал Березки, меня зовут Алина. Не знаю, залетел ты ко мне в первый раз или смотришь мои видео постоянно, но я буду очень признательна, если ты подпишешься на канал. Но чтобы быть в курсе всех предстоящих трансляций, переходи в наш телеграм-канал. А если ты хочешь вместе с нами смотреть сериалы, фильмы и многое другое, переходи в наш Дискорд. И самое главное, если у тебя есть что-то интересное, что можно послушать или посмотреть, переходи по ссылочкам в описании. Да, и чуть не забыла. После просмотра этого ролика не забудь оставить комментарий. Приятного просмотра! Мои движения вечны. Прошу прощения, а еще раз. А там написано было, да, в описании, что он с Родион Чистяков, по-моему, да, если не ошибаюсь, уже что-то снимал. Уже что-то снимал. А это, да, Родион Чистяков. Не было ли это, не была ли это работа Катафалк последняя? Я имею в виду клип. Или нет? Или я ошибаюсь? А знаете почему? Почему просто у меня туда навело? Как-то вот очень мрачноватенько сразу. Да, и Катафалк он снимал. А я такая просто думаю, блин, опять что-то как-то мрачноватенько, потому что Катафалк это, конечно, был, ну, прям отлавал селезенки соседской. Я такая думаю, типа, и опять там чуть-чуть тоже мрачноватенько. Мои движения вечны. Ай. Когда мне стало 30, залетел в рехаб. Когда-то мне отец дал мой первый грамм. Я плакал, вспоминая, как я обижал людей своих любимых, как я предавал. Я признаю косяк, но не врубаю жертву. Видел много блоков, не играю в дженгу. Видел, как на чердаке варили ханку. В детстве и глаза не хотели видеть. Стал подслеповат, курил хронику Ридик. Похуй на твой фэм, я не делаю риминг. Помню, как полуфинал нас вывел Хидинг. Выходил во двор и кричал «Россия!». Сейчас все поменялось, нахуй стадион. Нормальных ребят вряд ли миллион. Мой альбом «Роман» как сатирикон. Бро, я уже культовый, чем Бигги Смолс. Кто еще базарит о сложных вещах? В жанре рэп талантливее, чем я. Антихайп семья. Haters gonna die. Скоро мелкий стрельнет Василий за мной. Да, КПСС самый умный рэпер. Так когда-то написал Захар Прилепин. Жизнь это борьба, я тренирую грэплинг. Бро, накури за нас, ведь мы больше не трэпим. Полтинник неделю мы курили мрачно. Хочешь грязное белье, но мой рэп не прачка. Она все еще следит, мы даже не ебались. Эй, шлюха, погляди на безымянный палец. Тебе пора жить дальше, ты достойна счастья. Я искренне, покуда это безопасно. Для вас я клоун, пост ирония, маска Джим Керри. Но мой рэп на деле откровений, тусовок Ивлеевой. Идея верен, как Максим Марцинкевич Тесак. За последний год пацанчик либертарианцев сдал. Шутки шутками, а жуткое настало время. Кто же вас спасет, если не русский рэпер? Ты читаешь по повестке, иначе всем похуй. Ты зовешь себя легендой, ну а че по сборам? 500 чей в Москве, это не то, чтобы и плохо. Просто не могу понять, откуда этот гонор. Эй, респект всем матерям, лучший материал. У меня базарю редким челюсть потеряла. Горбачев, долбоеб, тут не смехуечки песни. Тут как музей Холокоста, серьезные вещи. Я ненавижу всю русскую сцену. Антихайп я сделал из нас индустрию. С парой корешей я вас гнал за шеи. Эй, Фортуна, сука, делай бутишей для меня. Петра дворец из русских слов, этот альбомчик стрельна. Расправил крылья, как орел, с кое-какого герба. Say hello to my fucking gun. Я не упущу шансы, десятый дан. Карате, смоки или Finally Rich. Уже не буду андеграунд, как Владимир Ильич. Антихайп, блядь. Как-то прям резко так закончил, слушайте. Ну, если совсем образно ощущение идет, я не знаю, опять же, это, конечно, как бы не только первое впечатление обманчиво, в принципе, как бы в отношении со Славой, да, это всегда, то есть, может быть, с точностью, да, наоборот, то ощущение, которое тебе сначала приходит, и потом в итоге, которое получается. Но, блин,
Ну, не то чтобы я бы сказала, что начал за здравие, закончил за упокой. Нет, как будто. И опять же, я бы не сказала, что в этом треке он решил частично, возможно, ну, как бы собрать, да, и акцентировать. Не акцентировать, а собрать моменты, из чего, скажем так, из каких моментов, ну, как, блин. Не знаю, из чего будет состоять, допустим, альбом, там, про себя, про взгляды, про антихайп, да, про то, как про рэп, про вене, про музыку, про вот эту субкультуру и все такое, и про смысл жизни, и про все, ну, в общем, как бы вот такое. Доброе время суток, да. Вот. И, собственно, как бы, да, и вот, то есть, про ситуацию, да, там, которая сейчас в мире происходит. Ну, то есть как-то, как будто вот я поверила, во-первых, я не знаю, насколько как бы правда он здесь фристайл или нет, но я поверила, у меня ощущение сложилось того, что по большей мере здесь это фристайл, а не, ну, не какая-то прям чистая заготовка. Вот. Блин, я так отвыкла, конечно, Гениус, это 1500 штук отсылок. Но начало для меня, конечно, ну, в принципе, как бы и понятно. То есть он начал с себя, про 11 на 30, серьезно? А, это все в 30, сейчас он 34, 4 года назад это было, да? Блин, я что-то думала, как бы до 30 у него это было. Я как бы не прям там по годам его следила. Это как раз в 20-й год, ему 30-ка, да, и у него совсем все переломное. И вот Саша его бросает в рехаб, ну, жестко. Я не думала, что это 30-ку было, прикиньте. Отметил юбилей. Первый грамм, что-то рассказывал, да? Меня обижал. Но здесь как бы в целом, то есть вот начало для меня как бы, ну, образно, некий скелетик, да, вот он как бы про себя. Потом, блин, меня вообще убило, слушайте, сейчас я вам скажу про Василия Замая. Василий, это сын? Ой, блин. Я как бы, я не знала, как он его назвал, но вот с этой строчки я такая, блин, серьезно? Ну, тут, конечно. А, кстати, про безымянный палец, да, я не совсем. Ну, как бы были моменты лично для меня, конечно, которые очень прям, я говорю, вот в том числе, как бы, да, Василий Зима, потом про Ивлееву, да, вот мой рэп на деле откровенней тусовок к Ивлеевой. Не касательно то, что Ивлеевой, а именно вот начало. Ну, как бы тут он подвел к тому, я еще эмоциональный такой накал, да, типа вот что-то там обращался. Подождите, сейчас это где было? А, вот он безымянный, подождите, вот как раз про безымянный палец. Из безымянного пальца он пошел как раз, ну, грубо говоря, я вот такой, а для вас такой, 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 но то, из чего я состою, как бы, да, акцент идет на откровении, ну, в такое сравнение уходит. По поводу безымянного пальца, подождите, сейчас, секунду. Я не совсем, да, это поняла, то есть кому адресовано, потому что до безымянного пальца был как адресность и шла. Она все еще следит, мы даже, погляди на безымянный, вот мы, ну как, погляди на безымянный палец. Тебе пора доступно счастье. Айша, это что? Это как бы. Это какая-то дама, с которой он крутился или что? Или которая ему продолжает написывать и доставать? Я не совсем поняла, как бы вот здесь как-то это вот абстрактно. Что? YouTube удалил, что ли, да? Комментарий? Потому что для меня вот это как бы, ну, я поняла, что как бы некая адресность происходит здесь, да, но в адрес кого я не в курсах. Вот это что, идея верен Максим Марцинкевич Тесак. Блогер. В шуточной форме, значит, это. А, либертарианство.
Либертарианец. Вон оно как. Сколько стримить буду? Ну, не знаю, часа 2,5 точно. Альбом Оксимирона скоро будет альбом. О, это что у нас будет? Битва альбома, что ли? Старая добрая битва альбома. Вот. Да, потом, конечно же, естественно, то, что антихайп сделал из нас индустрию, как бы, и с пары корешей. Я вас гнал в США. Ведь реально, по сути, да, как бы это... Ну, можно ли? Я думаю, что можно замахнуться и на то, сказав, что ну, они... Ну, не то, что перевернули, да, как бы вот на российской сцене поп... Ой, не, о, господи, рэп-индустрию. Ну, может быть, не так, но отчасти, да, они, во-первых, как бы... Ну, шума точно такого прям понавели, который еще, мне кажется, ну, который не утихнет и не будет, наверное, тихо. Ну, даже не шума, я же говорю, я немножко теряюсь, наверное, в каких-то соотношениях, но они придумали что-то новое, они сделали это, и это не просто какой-то там воздушный шар, да, и так жди, что лопнет, это... Что-то так очень, ну, это весомое, это устойчивое, и которое оказывает влияние на определенное количество людей, существенное количество людей. Вот, дама была, короче, была дама, пару, у нее крыша поехала, начала скидывать переписки с ним и видео. Пару месяцев назад начала скидывать. О! А что там, какого содержания были переписки и видео? Ну, это может быть, блин, это может быть момент, когда он там вообще еще под чем-то был в нездравом состоянии, и это все записывалось, и теперь это, типа, решили обнародовать. Ясно. Ну, я не удивлюсь, на самом деле. Вот. Мощно, конечно, вот здесь он, да. А, ну вот перед, да? Я не знаю, что русскую сцену сделала из вас. Антихайп сделала из нас индустрию. Скорее, то есть прям Петра дворец из русских слов. Альбомщик стрельнет. Я чувствую, да, стрельнет еще и ого-го как. Ну, я говорю, в общем целом, у меня ощущение, конечно, ну, и опять же, и не покидает меня чувство того, что я, возможно, ошибаюсь. То есть, как бы, я же как вначале сказала, да, он частично, ну, такие, возможно, ну, как бы не просто так яркие моменты, да, какие-то здесь задеты были, но опять же, какие-то моменты яркие мне показались, да. Кто же вас спасет, если не русский рэпер 100%? А, это от рэп-бангида. Хотя бы отсылки на Бабангиду, если его самого где-то захоронился, хотя бы отсылки на него делают. Не дают совсем про него забыть. Вот. И поэтому что я хочу сказать? Я говорю немножко. Я во-первых, отвыкла от прям совсем с этого, от славянных речей, мочей и все остальное. И, ну, в общем, мне кажется, да, будет очень мощный. Мощный. По насыщению, по количеству треков не знаю, но по тому, что он в себе содержать будет, мне кажется, будет очень, мягко говоря, интересно. И затронуты будут, весь ваш хейтер цене, возможно... серьезно, легенда, мы как Алина Березка, эй, Алина Березка, мы... Ого, привет, какие люди! Привет, рад видеть. Взаимно, взаимно. Очень рада, что вы вышли на связь, что с вами все в порядке, хорошо. Блин, кручу не туда. Вот, в общем, говорю, затронуты будут, возможно. То есть не с точки зрения в большей степени шуточный альбом будет, ну, как бы иронизированный. Без этого, конечно, никуда. И наверняка будут какие-то отсылки, и, ну, ироничные. Постироничный. Сейчас я...
так втекла. Вот. Конечно, без этого никуда, она даже как бы здесь присутствует, ну, как бы. Но в целом, то есть, вот, знаете, как бы есть, я бы разделила, ну, для меня, как бы, слава, да, как имеет несколько таких, есть слава такой, ну, все-таки хихихаха, а есть слава, которая может так тебе, простите, навалить не то, что база, а запасы, что ты потом будешь еще это очень некоторое время еще разгребать себе, от себя и все такое. Вот. Поэтому. Название треков есть? А есть уже как бы, ну, типа... Вот Россия 30... Блин. Ну, анонсирован уже, типа, альбом, хотя бы с названием треков или нет? Россия 34. О! Есть... Ну, слушайте, 16 это не 47, да? Я как бы думала, мне когда сказали, типа, Слава выпускает альбом, я такая, ну что там, 371 трек? Не, 16. Немало, немало, но. Но, тем не менее, когда-то сломан. Фит, Юг 404, ого. Страна гангстер, 812. Я остаюсь, мои пацаны, Элизиум. Блеск и мечта, мне стыдно жить. Деньги и Бог, я люблю тебя, девочка. Кристал Кейт. Все любят мертвых. Хит Леджер. Офигеть. Нас делают травму. Блин, я прям хочу вообще послушать этот трек, из чего он состоит. Я не верю в смерть. Так, подождите, а вот описание есть. Секунду. Третий. Серьезный альбом. Ну, вот, как бы у меня тоже, конечно, тоже сложилось впечатление, что и предчувствие, что это, ну, говорю, это не про... Простите, не смею, уёшечки какие-нибудь. То есть здесь будет что-то очень-очень такое заковыристое. Точно. Никнеймом прошлый вышел 4 года назад. Вячеслав заявляет, что это лучший альбом в русском рэпе за последние 10 лет. Называет релиз российским альбомом. В России 34 артист ретроспективно откровенно анализирует свой жизненный путь. Скорее всего, над этим релизом работал со 2 полугода 23 до октября. Россия 34 можно тогда как Россия. Запятая 34. Я славе там буду исполнить 34. Он же это живет, так же может целый основной, например, телеканал. Угу. Ну и не просто телеканал, а причем тут как бы вообще. В принципе-то. Сейчас события-то, да, какие вот везде происходят. В глобальном масштабе, да? Где именно? Ну, все больше на серьезно, столько альбомов не будет после в этой работе поступал где-нибудь. Я частично этот альбом слышала, альбом сильный, Слава. А, это что Родион Чистяков говорит, да, Слава на него много ставит, это его большая работа, на самом деле. Думаю, что релиз поменяет что-то в его карьере, уже есть несколько клипов, я снял один простенький, более, он больше помечательный текстом, чем видео рядом, типа биографии. Угу. Через пару дней поставить нарезки, Слава сам растут много про альбом подкаст с Амираном. Мы же смотрели подкаст, да? Да, да, это тот подкаст, когда я же сейчас сказала, что непонятно, кто кого интервьюирует, да? Да-да-да. Ай, блин. Сейчас тут интенсив, интересно, через ремонт, я стал убирать свой учетек, назвал биографию, через рисунок. Горький не брал своих писателей, у которых только одна книга за душой, даже если она очень хорошая, потому что он считал, что любой человек, сложив свою биографию, напишет плохую литературу, что быть писателем, нужно иметь нечто большее, чем писать собственного прошлого опыта. Ну, в общем, ждем, да? Ждем, будет очень эпично. Очень... Ох, громогласно. 100%, мне кажется. Так, привет, привет, привет. Не, слушайте, мы треки слушаем, как бы, простите, но по донатикам. У нас сегодня, как бы, на стрим так расписано уже, что слушать, что смотреть. Поэтому, ну, интересно, Слава КПСС в 16 треках на полной серьезности, да,
с высоты прожитых лет и накопленного опыта во всех сферах его жизни и многогранной личности. К этому надо, как мне кажется, даже не только морально готовиться, честное слово. Я ж на нервах, слушайте, у меня колено, кажется, чесалось. Просто не будет, мне кажется. Вот, но... Как я чувствую попугайчиком. Я говорю, делать.